Еще совсем недавно эта прекрасная собака жила на улице. Сейчас она проходит период адаптации, уже гуляет на поводке. Собака очень добрая, игривая и ищет свой дом и своих хозяев. Бездомной собаке по кличке Валли очень повезло. Она попала в руки профессионального кинолога и заботливого человека. Екатерина Авдеева давно изучает собачью психологию, проводит адаптацию бездомных животных к домашним условиям, пытается пристроить в добрые руки каждого беспризорника. Не делятся собаки на домашние и уличные. Да, по воле судьбы некоторые собаки оказываются на улице. Но, безусловно, они не могут прожить без человека. Вообще собака – социальное животное. Без человека собаки долго не прожить, говорит Екатерина. В отличие от кошек, они не могут сами добывать еду. Брошенные животные испытывают большой стресс. Это вызывает агрессию и недоверие к окружающим. От природы злых собак не бывает. Такими делают их сами люди, уверяет Екатерина. Собаки, они просто так не будут нападать на человека. Нападают только в случае, если ему угрожает опасность в качестве защиты. Но собака сразу тоже не нападает. Она будет показывать сигналы. Может зарычать, может сделать выпады, может лязнуть зубами. Это не значит, что она просто вас предупреждает, что не подходите ко мне, соблюдайте дистанцию. Это личное пространство, в том числе и собаки. И она, конечно, просто себя оберегает, потому что, скорее всего, ей уже доставалось. Ежегодно после окончания дачного сезона пополняются ряды бездомных собак. На улице оказывается тысячи животных. Научить их вновь доверять человеку непросто. Валли до сих пор к некоторым относится с опаской, хоть и полностью прошла период адаптации. Отлично проходит программу адаптации к квартирным условиям. Терпит на двухразовом выгуле, уже кушает сухой корм, ничего дома не грызет, отлично уже и лапы моет, и в ванну заходит. Ну, то есть это полностью уже домашняя собака. В готовности Вали быть преданным и добрым псом Екатерина не сомневается. Главное, чтобы новые хозяева были ответственными и помнили, мы в ответе за тех, кого приручили. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».